Анонс, идущий до выхода пятой серии нового сериала «Открытый брак». Пятая серия сериала выйдет на интернет-портале ОКО 6 июля. Ранее в сериале мы увидели, как чтобы спасти брак, супруги решились на эксперимент. Они совместно разработали правила и пускаются в авантюру под названием «Открытый брак». Это форма брака, когда каждый из партнеров может заниматься любовью с кем угодно на стороне. И это не будет считаться изменой. Куда приведут пару – это новая форма отношений. За Оксаной начинает ухаживать молодой красивый парень Артем Арсеньев, публикует свою книгу. Даша пытается понравиться парню. Оксана – редактор, Сева – инвестор. Они поженились 20 лет назад. У них трое детей. Сева изменяет жене направо и налево. Оксана занималась любовью с Артемом. Пятая серия сериала выйдет в эфир 6 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.